В минувшие выходные неравнодушными гражданами нашего города была очищена детская площадка в поселке Черкасов. Депутаты Калачевской городской думы, члены организации «Союз Чернобыль», представители городского совета ветеранов, ряда других общественных, ветеранских и волонтерских объединений, а также просто неравнодушные к своему поселку люди собрались вместе и бросили вызов беспорядку. Территорию очистили от мусора, было собрано много стеклянных и пластиковых бутылок, а также битого стекла. Вырублена поросль, убрана листва и трава. Очищена сцена и лавочки. Это отличный пример того, как местные жители сами могут сделать свой город лучше. После большой уборки площадка вновь стала местом, где можно комфортно провести время. И уже в эти выходные, 6 мая в 16:00, на детской площадке ТОС Черкасов состоится праздничное мероприятие, в котором примут участие литературно-музыкальный клуб «Другой берег», ансамбль «Снова вместе» и другие. По традиции майских праздников на мероприятии будут готовить солдатскую кашу.